народ, привет, вот мы уже и в отеле. Кстати, отель назывался как Center Capital Center, но это центр Ротана называется. Центр Ротана. Вот мы уже... Была первая, Наташа уставила чемоданом, побежала зарегистрироваться. Потом уже там и женщине помогла, перевела, и друзей там уже новых впихнули туда. Вот такая очередь. Сейчас пойдем покажем вам. Покажем вам, я сказала, выйти, показать. Посреди. Сейчас, да, сейчас. Наши новые друзья, прекрасные люди. Вот, смотрите, какое здесь просто место. Ехали 35 минут на автобусе. Вроде как сказали, на автобусе нас завтра и заберут. Вот, таксишки, кстати, как в Ильяйне. Ну, потому что мы в Абу-Даби находимся. И это все принадлежит тоже к Эмирату Абу-Даби, ну, Ильяйне. Ох, красота какая, как жарко сейчас, наверное, градусов 40. Ну вот, сейчас, о, господи, чуть не свалилось. Такси едет, ну ладно, не собьет на меня. Так, показываю, вот он, центр Ротана. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, последний раз я так наклонялась, точнее опускалась, как на Гевору смотрела. Помните, отель Небоскреб, в котором мы с вами были? Ну и все, идем назад, входим в вестибюль сейчас. Так, и будем идти в свой номер. У нас, кажется, 7 этаж, 711 номер. Покажем вам номер. Завтра, вроде как сказали, нас заберут автобусом. Вот Central, Capital Central. То есть не соврали, в принципе, люди. Все, вот наши новые друзья, знакомые уже здесь. В общем, собираемся и идем. Так, показываю вам красота какая. Мама, я в Ютубе! А вот Никита. Мама, в Ютубе! Круто, не забудь подписаться, мы тебе канал покажем. Так. Ну что, идем? А куда идти? Ты знаешь, там могут лифты? Ну, я иду за тобой и несу чемодан, и снимаю наш путь. Все, тогда до завтра, до завтрака. Спокойной ночи, ребята. У вас какие номера? На 7 этаже тоже? 9. 29. 901. Это 9. Это 9. Ну, короче, я хочу, там кто-то будет по номеру. О, ну ты молодец. Девочки, мы можем вас покатать. А давай просто покатаемся. Нет, так, все, поехали. А, да, мой чемодан, который Наташа не любит, говорит, что он не едет. Так, поехали. А куда нам ехать? Туда прямо. Ну, пошли. 711, у вас какой? У вас тоже 7? Нет, 5. Ох, у людей 5 номер. А, вот же лифт. Все, всем доброй ночи, мы поехали. Так, кнопочки лифта. Нам, наверное, вверх. О, сейчас приехал. Дай. Куда? Сюда. Чем ты сказал? Ой. Так, заходим. Давайте сейчас. Ой, ё-моё, сколько тут этажей? Окей, есть, окей. О, мальчик нам помогает. Прямо нас встречал, кстати, молодой человек, очень приятно. Ага, спасибо. Thank you, a lot for help. Ну вот, человек помог, приятно. Я такой первый раз вижу. Закройся, закройся. Так, сколько это женщин? А что мне это не закрывается? Может, не надо? Как это? А как же мы поедем? Стоять будем? А никогда... завтра во сколько, скажите мне, хоть на сколько? Завтрак сказали с 6 до 10. Но в 10.30 уже нужно находиться внизу, чтобы ждать автобус. В 10.30? Но лучше уточнить на рецепции. Ну, давайте на завтраке увидимся, разберемся, спустимся. А короче, смотри, breakfast timing 6 написано до 10.33. 10.30. А это на первый этаж нужно спускаться? Да. Я думаю, что да. Это наш. Скажут. Это наш. Да. То есть, когда она стоять. Это как... Вообще все, не приключение. Когда спускаетесь, вставлять карточку не надо. Поняли? А когда вот наверх, я первый раз уже вставлять. Все, спокойной ночи, спокойной ночи. Так, ищем 711. Ну да, что мы раскричались. Потом я подойдешь сюда. Сама ж не люблю, когда... 711. О, вот, 711. Да вот же он. Вот, стоп. Вот это вот. Слушай, у нас первый раз, чтобы вот в дверь еще ладно, а в лифт, чтобы вставлять? Так, а ну дайте-ка я пройду с вами. Знаете, как уже болит голова, кружится. Сейчас уже почти час ночи. Почти час ночи, нет, сейчас покажу вам. 0.43. Боже, сколько мы ехали, это капец. Мы ехали 40 км в час. Давай, это у меня обзор номера, да? Да, давай. Первое впечатление, у меня руки трусятся. Все. Кто-то еще приехал. Запах уже не нравится. Запах какой-то канализации, так, товарищ. Ну, такая себе Ротана, да? Это не Ротана, кто тебе сказал, что это? Ну, вон Ротана написано. Ротана... О, это Ротана. Это Ротана, центр Ротана было написано.
Так, ну что я могу сказать? Ну, маленький такой, да? Уют, компактный. Еще говорит, я вам дам там две кровати раздельные. Я говорю, супер, давай. Ну, снова дал совместную кровать. У меня иногда такое впечатление, что просто раздельных кроватей в Дубае в Абу-Даби нет. Ну, ладно, ничего. Вид, наверное, вам не видно, ничего такого. Ну, номер маленький, ну, блин, на шарик. А в прошлый раз 100 лет здесь был просвечивающийся. Вот кондеры вот такие, надо бы сейчас их отключить, дует. Ой, народ, что вам сказать? Ну, ничего. Сейчас чемодан завести надо. Надо бабки, зубные щетки. Ну, у вот. Нас нету зубных щеток, по-моему. Ой, и дверь куда? Как нету зубных щеток? Я не брала. В чемодане у тебя нет зубной щетки? Нет, в чемодане. Господи. Чемоданы с нами, Наташа, мы взяли чемоданы. А что такое? Пускай принесут. А, сейчас будем звонить. И в общем, вообще... давай уже попрощаемся с нашими подписчиками, потому что мы устали, мы хотим спать, мыться. В общем, вот такой номерок. Короче, год на год не походит совершенно. Снова мы в Визейр, снова мы в отеле. И снова мне не нравится. Мне не нравится. Так, кому это может нравиться? Так, ну давайте сейчас быстро вам покажем. Водичка есть, ну слава богу, хоть попить еще можно. А это вот. Что еще здесь есть? Да, тут только мыло, а зубной щетки нету. Ну я не знаю, сейчас что-то я уставшая бежать за зубной щеткой. Зачем они принесли? Фен, посмотри, еще раз покажи. Нет, фен. Есть. Валера? Нет, тут какой-то. А фен не Валера. Алло. Народ, уточняем, фен все-таки Валера. Фен Валера снова с нами. Ну, значит, все будет хорошо. Валерочка, спать. Алло. Ну, что, сумму там богато ставили? В общем, народ, все сумбурно, вот, ну, такое, кстати, видео. Я же, может, людей перегородила, если сейчас кому... А, да, подожди, быстро. Ой, смотри, ага, тут непонятно, что тут. Электричество. Ну, вот такое вот. Гладильная доска и утюг. Тут ничего. Тут дополнительное полотенечко, тут зеркало во весь рост. Ну, нормально. А что? А, это. Все, жить можно. Да, забираем чемоданы. Все, окей. Желаем вам спокойной ночи, доброго утра. В зависимости, когда вы смотрите видео, ставьте лайки, пишите комменты. Нам приятно, и мы очень-очень устали. Всем пока.